Всем привет, продолжаем фактурку. Тут на поезде решил доехать, проинспектировать свои южные границы. Потому что на севере у меня вроде налажено оборудование. А вот юг теперь страдает иногда. Надо тут тоже усилить будет все это дело. Ну да ладно, не затем бы тут. Ты что? Не работает. Внимаем. Так. Остальное вроде все копает. Пока что. Пока что копает. Так, здесь у нас что? Все копает, все пыхтит. Отлично. Электричка до Тамбова. Так. Ну ладно, придется подождать. Немножко начал в карманах крутить. Это такое себе. Открылся у меня танк, но пока движков не хватает. Надо сделать движков ему. Поболее. Так, и мне поезд нужен. Нужно скинуть тебе дерево. Жги, пожалуйста, его. Так. Сожги. Так, мы скоро поедем? Это не скоро. Так, мне нужны... У меня есть такие манипуляторы. Выходим. И замена. Замена техническая. Так. 2, 3, 4, 5, 6. Они просто в два раза больше кидают. Поэтому... Повеселее у нас загрузка пойдет. Он этот поезд без меня не уехал. А, нет. Ладно, пока так. Насколько хватило. Поезд, походу, уедет быстрее, чем я это скрафчу. Ну да ладно. Так, пошла у нас атака. Атака пошла. Пил-пил-пил. Я положил их. Молодцы, красавцы. Так, подождем. Это долго? Недолго. Ну, я бы не сказал, что особо так пошустрее пошла подача. Ну да ладно. С железом у меня проблем нет. Вот возникают проблемы с нефтью. Надо бы... Вот. Что я заметил. Что я заметил. Ты не копаешь. Уходи. Что там, отправляемся? Ну давай уже быстрее. Так, с нефтью. Нефть у нас... Где у нас нефть? Вот здесь. Вот здесь, на юге. Надо принести туда демократии. Заодно и камешек отожмем. Да вообще вот этот кусок отжимать пора. Сейчас танк сделаем и поедем на разборке. 2, 3, 4, 5 штук. 5 ульев этих надо выносить оттуда. И вот этот вот на севере. Тоже его нафиг вынести. Они задолбали. То здесь меня атакуют, то вот эту стену. Так, что там? Готово? Ну, мы готовы. Все, не едем. А, внизу еще. Внизу еще направляет. Ну, я так скрафчу еще манипуляторы твои. Пока они там заправят. И вот эти 3 штучки надо. Так, сейчас мы... Вот, турельки начали стрелять. Кстати, просадки мне не нравятся. Так, вот они атакуют эту северную стену. Северо-западную. Даже что-то сломали. Тут не пойдет. Сейчас мы туда доедем. Посмотрим, что они там мне ломают. Я там уже и огнеметные, и пулеметные, и лазерные, все поставил, все, что мог.
Ну вот это то ли меня беспокоит, Тобан, вот этот вот. Надо с ним кончать. Что там у нас с заправкой? Очень долго, ребята. А, я понял проблему. Эти все выхватывают до того, как нижний успевает. Ладно, сядем в последний вагон, если что. А, ну почти. Почти. Почти справились. Так. Надо бы нам еще солнечных электростанций добавить наверху. На севере нашем. На нашей солнечной ферме. И ездить на юг. Ездить на юг. Давай, вези меня паровоз. Ехали, спасибо. РЖД, блин, недоделанная. Так. Так. Бежим, я тут проложил уже. Дорожки уже пришлось 500 раз бегать туда-сюда. Эй, вы-то стоите у турели. Это не дело. Совсем мне не нравится это. Почему огнемет не достает до них? Нет, доставал. Доставал, и этот доставал. Так. План Б. Надо было, конечно, подготовиться. Ну, я как обычно. 100-500 дел, одно бросаю, другое начинаю. Нет, не надо, я тут... Так, не надо... Стена. Стена, иди сюда. Значит, далеко. Нормально. Да. Вот так. Немножко вас сдвинем. Так. Пока так. Так, смотрим, что у нас дальше. Да, паровозик у меня начинает уже отвозить мой уран. Но пока перерабатывать его нет, чем негде. Вон там ящики заполняют, делают. Пусть будет. Так. Ай, не надо. Так. Добавим. У меня большой блок уже. Дерево. Дерево твор. Оп. Нет. Так. Ну, здесь копается, пыхтится. Аккумуляторы заряжены. Надо еще добавлять. Так. Бочки. Нет, нет бочек. Да, я научился делать кислотные какие-то гранаты. Но пока это не применял. Негде все. Негде. Так. Так. Турели у меня здесь просто вагон уже стоит. Но они такое себе удовольствие. Что-то я ими перестал быть доволен. Так, вот у нас нефти-то в трубопроводе почти и нет. Все мало заполнено. Мне не нравится совсем. Так, побежим сейчас на юг, посмотрим, как у нас там дела обстоят. И займемся. Да, я там начал налаживать. А, нечем топиться. Держи все, что есть. Все, что есть, отдам.
ныне жадные. Юг. А, опять ночь не пёрта. Его не видно. Так, моторчиков дайте. Что нет на танк? Так, двигателя хватает. Схемы, шестеренки, стальные балки. Поехали. Шестеренки. Будем считать. Хватает. Хватает 15 штук. Вот. Так, стальные балки. Красные микросхемы. Стальные балки, где у нас есть, где можно стырить. Вот здесь стырим. Стырим вот здесь. Хватает. О, готово. Время создания 5 секунд. Так, танк-то есть. А чем он стреляет? Снарядики дали. Разрывные. Разрывные. Взрывчатка, пластик, стальной лист. Делай на все. Взрывчатка нужна. Сейчас будет. Сейчас будет взрывчатка. Так, где мой взрывчаточный завод? Вот он. Эти взрывчатки. Да побольше. Чё жалеть-то? Так, остальные балки кончились. Но это не проблема. Так, сделаем. Ручатка, сталь, пласт, пласт. Ага. Так. Сейчас все будет. Ты потребляешь, да? Я взрыв взрывчатку тебе. А почему ты ее не берешь сам? А, какой-то умник разделил тебя. Ну да ладно. Сейчас будешь сам брать. Давай вот так хватай. Три штучки надо. А, одну надо. Тебе одну надо. Хорошо. Сейчас подумаем над выпуском снаряда. К моему чудо-пепелацу. Так, он уже готов. Надо в него топливо. А топливо мы будем... Вот здесь возьмем. Твердого топлива. Но пойдет. Ждите, пожалуйста, если... И вы сорвите. Так, где танк? Где мой танк? Вот он. Вот она. А поедем. Пешком же ходить все время. Так, тебе заправить. Ушка. Ушка, держи. О, ты огнеметом спаляешь. Вот это да. Держи. Держи. Это нам не жалко. Для пулемета держи. Заправить. Ну все. Все готово. Погнали. А, это зад. Развернуться надо. Это перед. Это зад. Вот так. Так, погнали на юг. Дун-дун. Доехали. Так, микросхемки готовятся. Готовятся, делаются в ящик. Поезд разгружается. Это хорошо. Вперед, Маруся. Длинная линия-то недоделанная, как обычно. Бросил, все, погнал куда-то. Так, а можно ли гранаты изнутри кидать? О-о-о! Да это ж как... Во, стоп танк, столько лучше. Теперь гранаты можно изнутри кидать. Погнали. Давить деревья по пути. Деревья-то. Вообще бяка-кулебяка. Так, что у нас тут? Постановка у него чуть не очень. Готово. Так, мне, пожалуйста, выезд надо сделать. Где мои ворота? Есть ворот. Верните. О, он так тут проеду.
Так, чем будем шмалять? Что этот танк из себя представляет вообще? Танковое орудие, бортовой пулемет, танковый огнемет. Мех хранилище вот. Окей. Ножи, все. Так, а еще патронов я могу сделать? На сталике. Ну ладно. Ну и ладно. Нет, так нет. Бум, поехали. Ага. Православные. Стоите тут. Отдыхаете, да? Ну-ка. О, неплохо. Чувак, пулеметом. Огнемет. Огнемет слишком близко. Ну ладно. Так, я почти не пострадал. Но пострадал. Одна, починимся. Сейчас вызовем на подкрепление себе дронов. Моих. Подписчиков. Подписчиков, как подписчиков. Подписчики, идите. Идите гуляйте, погнали. Погнали давить все. Все и вся. Готов. Минутулей. А, конкли. Вроде все сожгли. Правда, ночью ничего-то не видно. Как обычно. Так, дроны умерли. Ладно, у меня еще есть. Так. П. Ты как он стенку-то таранил. Вот поехал. Сам поехал куда-то. Можно, пожалуйста, починить? Спасибо. Так. Дождемся рассвета. И... И уничтожим, пожалуй, вот этот улей. Большой. Большой жирный. Но для этого мы сделаем себе еще снарядиков. Потому что без снарядов не дело. А, здесь у меня где-то есть. Где-то у меня выпекаются остальные пластины. Вон там. Вон там на севере. Деревья поломаем, походу. Походу лишние. Не, ну он не останавливается в арке. Не хочет их. Так, давай, что есть. Давай, ты, что есть. Наряды. Погнали. Магазины, погнали. Так, кончилась пластмасска. Ну да ладно. Это не страшно. Так, здесь мне не нравится, как они плавят. Плавят они как-то очень медленно все. Не по фэн-крую это. Так, и солнечных батарей. Электросхем нет. Ну да ладно. Ну да ладно, пока сойдет. Нам сундуки заполнены. Есть. Паровозик и хвозик. Так, еще у нас по снарядам есть снаряд. Уже день. Надо быстрее двигаться. Так, где атакует? Нефть? Там же нет. Ребята, вы что, одумайте? Ай, ты черт выпал. Догонил свой пепелац. Дай, пойди. Где ворота вон там? Да ё-моё!
Нет, похоже, муфта. Все не то, все не так. Так, это маловато. 11 штук. Так. Всем выйти из сумрака. Погнали. А, черт. Дроны, спасайте. Не сдох. Сдохни. Маленькая мразь. Так. Так, будете знать, как со мной связываться. Чинимся? Очинимся, я сказал. Так, и на юга. Так, еще снарядик есть. Погнали дальше развлекаться. Так, здесь еще и гора. А, дроны забыл. Забыл вот выпустить. Работайте. Ой, пулемет. Я помню скрафт. Сдохну, а, чё? Бежим, 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 бежим. Да, черт. Вот убил, черт. И нет второго танка. Все просрал. Какой молодец. Что сказать? Ладно, сейчас сделаем новый танк. Поедем на новые разборки. Так не пойдет. А то что-то еще на севере я не попал. Ну, дурачок, я же забыл вот переключить. Ну, бывает, ладно. Мне простительно. Я сам себя прощаю. Так, дайте мне двигателей. Эти, по-моему, не нужны. У вас масса нужна для снарядиков. Для снарядов. Так. Чего нет? Да ничего нет. Ладно, буду делать. Увидимся уже в следующей серии. Всем пока. Пишем, ставим, подписываемся. Все, пока.